Уважаемые телезрители, далее вас ждет традиционная рубрика «Алешин иллюзион фокусы» с Алексеем Гольдеровым в сюжете Петра Говорова. Доброе утро, дорогие телезрители. Мы смотрим, и вы смотрите традиционную рубрику под названием «Алешин иллюзион». Ну что, дорогой Алексей, приветствую вас. Доброе утро. Где мы находимся? Мы находимся у меня дома, во дворе. Во дворе. Конкретно во дворе. Все нормально? Все отлично просто. Настроение суперское. Что ты будешь показывать нашим телезрителям? Я приготовил стол, коврик и две канцелярские резинки. Можешь проверить? Я проверяю. Проверяй на всякий случай. Проверяю двумя руками. Можешь одну двумя руками. Все как надо, да, все канцелярские как жгуты. Да. Что ты будешь показывать? Теперь смотри, руки проверь. А руки? Не, вот здесь обычно. А, проверяю. Вот здесь, да? Отлично, визуально все чистые, нормально, да? Чистые. Визуально могут сделать пум-пум, вот. Mm-hmm. Хорошо, mm-hmm. Все. Теперь, это у нас канцелярские резинки, то есть банк чаще всего использует такие резинки. Ты знаешь почему? Почему? Ну, зрители точно знают, да? Потому что для чего? Для денег. Для денег. Вот. Это представим, что у меня в левой руке это у нас банк. Я понимаю. И в банке мы храним драгоценности. Да. Деньги, золото и тому подобное. Угу. Теперь, смотри. Вот так выйдет? Никак, Алексей. И даже сбоку он не выйдет. Как сбоку? Сбоку. Ну, в ту сторону. Вот это? Ну, никак. И этот бок? Да. Покажи вот так этот точно бок. А вот это тоже не будет? Тоже нет. Да. Тебе раз и... Как это у тебя получилось, Алексей? А? Как это у тебя получилось? Получилось? Да? Ничего себе. Эмоции уже. Не-не-не, сделай так. Сделаю так. Ты не понял, да? Нет, я не понял. Сделай крючочек. Крючок. Да? Как бы сделать так, чтобы на камеру было хорошо видно? Так. Вот у так. Оператора спрашиваю, нормально все? Вот так все нормально, да? А если буду делать так, уже плохо, да? Да. Хорошо. Угу. Если, да, вот так, да? Вот так, да. Есть. Теперь зажми кулачок. Кулак. Да, чтобы ни в коем случае все, резинка с этой стороны не пошла. Теперь. Угу. Вот, одеваем. И вот одеваем, да? Теперь с этой стороны. Тоже никак. Вот так. Может, через руку. Короче, вот так я никак. Я слежу внимательно. Никак, да? Вот так никак. Потому что я не поверил. Вот так точно тоже никак. Так оно сидит. Это мое удивление. Ну, по правде, я удивился. Я не могу даже что-то здесь сказать. Ты в шоке, скажи. Просто шок, ладно. Это просто шок. То есть мы хотим сказать, что вы должны хранить свои деньги, да, валюты. Не только в банке, но и под подушкой. Спасибо. Как и у Алексея Гольдера, мы, к сожалению, не были у него внутри. Но, наверное, это так. Ну что, вы смотрели традиционную рубрику «Алешин иллюзион».